Всем привет, ребята! Решил перезалить отрывок из прошлого видео отдельной публикацией. Думаю, этот отрывок достоин того, чтобы быть отдельным самостоятельным видеороликом. Криптоло пишет: срочные новости. Марк Бергер, работающий в комиссии по ценным бумагам и биржам США и который руководил возбуждением дела против Ripple в последний день работы председателя Джея Клейтона, сменил работу. Теперь у него новое рабочее место. Угадай, где и с кем? Он работает у Симпсона Тэтчера. Это действительно так. Марк Бергер – это человек, который работал в SEC и руководил возбуждением судебного дела против Ripple. Теперь он перешел работать под крыло Симпсона Тэтчера. Ты спросишь, и что здесь такого вкусного и горячего? Ну, работает он в какой-то компании, и что? Если мы зайдем на сайт Ethereum Alliance и поищем здесь Симпсона Тэтчера, мы его здесь найдем. Оказывается, он является членом Ethereum Alliance. Также именно он вывел на рынок крупнейшую компанию по производству оборудования для майнинга и платил Биллу Хинману 1,6 миллиона долларов в год, когда он был главой отдела по корпоративным финансам комиссии по ценным бумагам и биржам США. Оплатил он за то, что Эфириум не признали ценной бумагой и, соответственно, не подавали на него в суд. Когда в 2018 году Билл Хинман заявил, что эфир не является ценной бумагой в SEC, он получал пенсию в размере 1,6 миллиона долларов в год от Симпсона Тэтчера, члена Ethereum Альянса. Последним крупным актом Бергера перед уходом из комиссии была подача иска против Ripple, что привело к делистингу XRP, обвалу курса и потере инвесторами 18 миллиардов долларов. SEC — это мошенники, а Джей Клейтон должен сидеть в тюрьме. Вот что говорят инвесторы. Думаешь, это все? Как бы не так. Я забью окончательный гвоздь в крышку гроба коррупционеров и мошенников SEC. На сайте все того же Симпсона Тэтчера из Ethereum Альянса я нашел очень интересное письмо от 12 января 2021 года. И вот оно прямо сейчас на твоем экране. Я просто шокирован этим цинизмом и явным нежеланием заметать следы или хотя бы ну как-то имитировать боязнь наказания за все свои коррупционные преступные действия. Нет, они все оставили, даже я смог докопаться. Это уже даже не наглость. Такого слова, которое может охарактеризовать происходящие события, просто не существует. Бывший глава отдела комиссии SEC по корпоративным финансам Билл Хинман возвращается в Симпсон Тэтчер. Мы рады приветствовать Билла в нашей компании. Его уважают за образцовое руководство на протяжении всего срока пребывания комиссии по ценным бумагам и биржам США. А также наверняка его уважают за то, что в свое время он не подал иск против Эфириума и не сделал все то же самое, что сейчас делают с Риплом, а просто-напросто продался и отказался от того, чтобы назвать Эфириум ценной бумагой. А теперь возвращается под крыло родной матери. В своих видео я не раз предполагал, что этот суд против Ripple является конфликтом интересов. Это были только предположения. Теперь я уверен в этом на все 100%, на все 101%. И, честно говоря, прямо-таки неприятный осадочек остался. Мне не было так неприятно, даже когда курс XRP обвалился. Курсы курсами. Но когда так поступают люди... Меня зовут Богатейший Ди. Если видео тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого.